Памятное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Под названием «Забыть не имеем права» прошло у памятника неизвестному солдату накануне великого праздника. На площади Революции у Вечного Огня собрались ветераны, представители предприятий и общественных организаций, жители и гости городского округа. Ровно 77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. После выпускного заблудились в городском саду. Был наполнен светом и любовью этот самый длинный день в году. Было небо синим и бездонным, мы друг с друга не сводили глаз, и пока стояли эшелоны, что однажды разлучили нас. За день до войны в парках вальсы беспечно кружили, и были рассветы, наивные были юны. Ах, как мы мечтали с тобой, ах, как же мы счастливы были. За день до войны, за час до войны, за миг до войны. Мы мечтали обо всем на свете, нас ждала огромная страна, и пока что нерожденным детям мы уже давали имена. Завтрашние звали нас заботы, и качели в облака неслись, и пока молчали пулеметы, те, что зачеркнули нашу жизнь. За день до войны в парках вальсы беспечно кружили, и были рассветы, наивные были юны. Ах, как мы мечтали с тобой, ах, как же мы счастливы были. За день до войны, за час до войны, за миг до войны. Добрый день, уважаемые ветераны, дорогие наши жители городского округа. Мы традиционно 8-9 мая собираемся с года в год для того, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Вы знаете, что в городском округе Зарайске на войну ушло 10,5 тысяч человек, и более половины из них не вернулись. И очень радостно, что сегодня с нами каждый год присутствует наша молодежь, что сегодня с нами присутствуют ветераны. Хочу сказать, что тех ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях в городском округе, у нас осталось их, к сожалению, только 7. Сегодня мы обязательно их поздравим, до них доедем. Хочу всем сказать огромное спасибо, то, что находите время, то, что сегодня практически у нас на территории 44 памятника. Все они приведены в порядок, приведены волонтерами, приведены самими жителями нашего городского округа. Хочу сказать, пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, ветеранам еще долго-долго оставаться вместе с нами и передавать нам весь тот опыт и то напутствие, которое сегодня вы это делаете. И всем, конечно же, мирного неба над головой. С самым любимым праздником! С днем 9 мая! С днем памяти о русском оружии! С днем памяти о русском солдате! С днем памяти о великой стране! С праздником! Ура!
Дорогие зарайцы, уважаемые гости, от всей души поздравляем вас с праздником 9 мая. 9 мая – это трогательный праздник со слезами на глазах. Мы должны помнить своих героев, кому мы обязаны своей жизнью и мирным небом. Мы их из поколения в поколение должны передавать, чтобы никто не смог переписать нашу историю. Мы русские, и с нами Бог, и мы должны гордиться своей страною. Всем мирного неба, счастья и благополучия! 77 лет назад наши деды, прадеды и представить себе не могли, что под боком у России спустя 77 лет вновь возразится коричневая чума, нацизм. Сегодня мы должны все сплотиться, как никогда, перед угрозами, нависшими перед нашим Отечеством, и победить, как 77 лет назад. Желаю всем добра, здоровья, мирного неба над головой. Спасибо. Колокол ждет, птицы тревожные мимо парят, солнце на время согреет, уйдет. А зимней дорогой только на миг встретит тебя умоляющий взгляд. В гомоне всех голосов тихий крик. Подожди немного. Музыка роз, торжественный радость и сильный мороз. И это натянутость улыбки моей без слез. Для нашей страны этот праздник наполнен особым смыслом. Во время Великой Отечественной войны, когда в середине ноября 1941 года немецкие войска начали второе генеральное наступление на Москву, в нашем районе был создан Зарайский боевой участок Западного фронта. Райвоенкомат призвал в действующую армию 10 610 человек. Зарайск подготовил для фронта 3560 стрелков и пулеметчиков, снайперов, бронебойщиков и саперов, а также 400 медсестер, сантружениц и санинструкторов. За большие заслуги, отвагу и храбрость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, орденами и медалями награждены 2500 воинов-зарайцев. Ратные подвиги наших земляков мы будем свято чтить и бережно передавать из поколения в поколение. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения тем, благодаря кому была одержана победа в Великой Отечественной войне. Память находится внутри каждого из нас. В наших сердцах, в пожелтевших фотографиях, в медалях на груди наших защитников. От лица всей молодежи городского округа Зарайск я хочу поблагодарить наших героев. Мы все в неоплатном долгу перед вами, и возвратить этот долг возможно только реальными делами, чтобы память о героизме советского народа продолжала жить в наших сердцах. И пусть мы, молодое поколение, не застали тех ужасов войны, мы с трепетом относимся к нашей истории и сделаем все возможное, чтобы события тех лет не повторились.
гривенки к памятнику. Неизвестному солдату возлагают.